Да, Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в Бравл Старс. Смотрите, у нас есть Шелли, и мы играем в одиночное столкновение. Сейчас попробуем, посмотрим. Одиночное столкновение, каждый сам за себя. Ну что ж, давайте быстренько Шелли. Мне нужен сундучок. Вот сундук, смотри, вот есть, я нашел сундук первый сундук. Сейчас быстро мы его откроем. Давай быстрее. Все, и уходим. Дальше смотрим. Вот сундуки. Вот сюда мне нужно идти. Вот сразу два сундука. Открывай, давай, быстрее. Есть. Теперь вот это добиваем сундук. Давай, быстрее. Хорошо. И вот еще сундучки есть. Сейчас мы их отобьем. Опа, кто-то там еще стреляет. Так, отходим. Мы не будем сейчас бежать вперед. Оп, сейчас мы здесь спрячемся и подождем, посмотрим, как они будут открывать сундуки. Да я-то все, я вот 4 сундука открыл. А ну, давайте сейчас поубивайте друг друга и... Опа, на тебе, подожди, да, я тебя убил, все, хорошо. Теперь этого, давай, стреляй. Сейчас, подожди, на тебе, выбил я его. Хорошо. 8 сундуков, столкновение, где ты, гад? Сейчас пока этот сундучок отобьем. Опа. Я вижу его, вот он спрятался. Сейчас мы его... А чё он такой? Чё, почему ты убегаешь? Давай, все. Странный какой-то был соперник. В принципе, легко мы его сделали. Шелли, молодец. Ну что ж, у нас награда, у нас жетоны. Посмотрим. Так, пока мы не можем. Сундучок, так, скоро сундучок откроем, да. Играем дальше. В одиночные. Сегодня будем в одиночку играть. Все, ждем. Одиночное столкновение, бой. Каждый сам за себя. О, сейчас мы быстренько... А, ладно, открывай эту, открывай сама, а я вот эту открою. Вот я открою сундучок. Ах ты гад, смотри, что творит, а. На тебе, получай. Да вы чё все... Да, вы чё против меня? Смотри, они вдвоем на меня, короче, навалились. Естественно, я проиграл. Да, поражение. Так необычно. Знаешь, почему я, у меня поражение? Потому что они вдвоем, и я посередине как-то оказался. Просто я в шоке. Ладно, мы сейчас переиграем и посмотрим. Переиграем. Ах, минус. Ну, ничего страшного. Сейчас мы переиграем. Шелли, давай. Все, играем в убежище. Одиночное столкновение, каждый сам за себя. А, ну вот, рядом со мной находится сундучок. Сейчас мы его откроем. Есть. Первый сундучок мы открыли. И идем... А, вот, смотри, вот сундучок лежит. Сейчас мы его тоже откроем. Хорошо. Давай, еще один удар. Отлично. Вот сейчас заходим сюда, прячемся и ждем. Вот, смотри, вот он идет. Я его сейчас... А, их двое, смотри. Сейчас посмотрим. Ха-ха-ха, они друг друга мочат. И тут появляюсь я и их всех сейчас замочу. О, давай. Сейчас я тебя замочу, гад. Гад такой. Все, и забрал. А, это тоже, смотри, тут встал. На тебе, супер удар. Хорошо. Сейчас здесь подождем, немножко подлечимся. Вот. Ух ты. Эй, тихо. У нас сейчас будет столкновение. Трое бойцов осталось. Ну, пусть они друг на друга идут. Все, я сейчас пока здесь посижу. Ага, вот он бежит. Так, он меня увидел. Так, а ну-ка, не убегай от меня. Ух ты, пошла жара и жаришка.
Все, есть, столкновение сейчас играем. Хорошо. Приготовились. У меня супер удар есть. Есть супер удар. И я побеждаю. Супер, хорошо. Получилось, да. Молодец, Шелли, молодец. Получили жетончики. И посмотрим сейчас, сможем ли мы что-нибудь открыть. Сундучок какой-нибудь. Ага, чуть-чуть осталось. Ну давай, может быть... О, да, ребята, мы сейчас открываем сундучок. Ну что ж, жмем. Монеты. 17 монет. Нита, сила плюс 6. Разблокировано улучшение. И очки Шелли. Кристаллы, нам дали кристаллы, даже 3 кристалла, здорово. Угу, это хорошо. Ну что ж, я предлагаю еще раз сыграть в одиночное столкновение. Совет, когда ты атакуешь или получаешь урон, находясь в кустах, враги могут тебя видеть. Хорошо. Каждый сам за себя. А, вон где я, получается. Так, быстренько сейчас открываем сундучок. Давай, вот, есть, получил. И идем дальше смотреть, кто здесь. У нас пока 10 бойцов. Вот, смотри, тоже Шелли идет, открывает. А, ну, а я вот это сейчас открою. Вот это попробую открыть. Давай еще. Опа, хорошо. Так, а ну дай. Ого, нифига, удар какой. Подожди, алло. Так, отходим. Блин, я сейчас опять под этим буду. Да, я так и знал. Смотри, ну, подбили меня, конечно. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас посмотрим, что они будут делать. Сейчас проследим за ними. Так, Шелли. Ну, Шелли, она получила все, что хотела. 3 кубка мы получили. Нормально. Далее. Все, жетончики мы заработали с вами. Хорошо. Что ж, играем дальше. Совет, подключите супер ID. Одиночное столкновение, каждый сам за себя. Все, идем. Открываем сразу. Ух ты, посмотри. А, гаденыш, смотри, что творит. Сейчас, подожди, я знаю, где ты стоишь. Ага, смотри, вот смотри, что делает. Вот ему так вот прям надо открыть его. Да ладно тебе, стреляешь. Прям оно тебе так надо. Мадас какой-то, Мадас, видишь, Мадас. Так, 7 бойцов осталось. Угу. Ну, Мадаса там... Ух ты, подожди, тут отравление пошло. Туда лучше не идти. О-о-о, нифига. Подожди, ты не стреляй в меня. Давай я тебя сейчас дофигачу, подожди. Вот, осталось и чуть-чуть. Нет, она моя. Да, ё-моё, чё за... Кто там такой? Это же за Робзи. Робзи, ты откуда вообще взялся, а? Ох-ох-ох-ох-ох. Давай Робзи этого... Кто-нибудь убейте этого Робзи. Отомстите за меня. А Робзи, смотри, профессионал, у него очень много очков. Какой-то непростой Робзи, смотри. Интересно будет Робзи. Ладно. Посмотрим. Но все равно, 3 кубка я получил. В принципе, неплохо. Еще раз играем. Да-да-да, сейчас еще раз сыграем. В одиночку. Одиночка у нас открыта. Совет, чтобы отменить наведение на цель, верни джойстик в положение... в обычное положение. О, мы рядышком с этим открылись. Так, сейчас быстренько я отработаю его. Вот, забрал, все. Ой, что-то у меня это не забирается. Да я тебя сейчас это, уничтожу. Все, видишь как... У меня остановился джойстик. Джойстик у меня не нажимался. Я думаю, что такое? Так, сколько? 8 бойцов. Одного я сделал уже. Вот еще. О, смотри, шелбочек очень много. Давай я сейчас ее доделаю. Где ты там? Подожди. Ох, нифига, подожди, у меня что-то со здоровьем. А, нифига она как у нее. Она прокачанная там. Вообще, она была вообще сильно-сильно прокачанная. Зафигачила меня. Вот такое вот одиночное столкновение. В принципе, сейчас я посмотрю, отнимут сильно много у меня жетонов или нет.
кубков. А нет, я 2 кубка получил. Тоже, в принципе, неплохо, да? Нормально. Вообще хорошо. Да, конечно, я еще раз играю. Мне нужно отыграться. В дружеских боях можно выбрать любой режим и карту. Кроме того, бойцы будут полностью улучшены в дружеских боях. Одиночное столкновение. Каждый сам за себя. Хорошо, отправляемся. Так, сразу сейчас открываем сундук. Забираем энергию нашу. Так, а смотри. Ой-ой-ой, вот у них удары, у них прошаренные. Смотри, что творит, а. Смотри, одни шелбаки. Опа, все, я спрятался. Тыщ. Смотри, она прям охоту на меня навела, смотри. Эй-эй, вдвоем на одного. На тебе, получай, гадина. Я сейчас вот так, все, вынес тебя. Ходишь, стреляешь меня. Ты знаешь, с кем ты связываешься? Угу. Так, 6 бойцов осталось. Вот эту я еще сейчас зафигачу. Подожди. На тебе. Подожди, я знаю, где ты спряталась. Ах ты, смотри, сзади подошла. Так нечестно, так нечестно. Так, ну кто здесь, интересно? Это кто-то японец и кореец, да, между собой воюют. Сейчас посмотрим, кто из них выиграет. Интересно. Смотри, видишь, как выбивает. Так, я за восьмерку, играю. Давай, восьмерочка. Да, он спрятался, иди, встань. О, давай, вот пятерка, пятерка отбила. Ну, я так и знал, что пятерка отбит. Ну, все равно, смотри, 7 кубков. Отлично, хорошо. Молодец, Шелли, молодец. А, ну что ж, дорогие друзья, большое спасибо за просмотр. Если вам игрушечка понравилась, пишите комментарии, ставьте пальчик вверх. Будем снимать прохождение. Всем до новых встреч. Всем пока-пока.